Точно, беги за подушечкой, которую мы тебе подложили. Так, 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 сейчас мы мамочку проверим на вшивость. Классно, пукнула ты, мама, и бьет, 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 дышу. Соседа, вот так вот тебе, получи, пожалуйста, мама. С нами не соскучишься, друзья! Итак, начинаем новую игру. Мы опять на пароходе. Точно в яблочко. Минимум 4 монеты, максимум 6 монет. Сосед упражняется в меткости. Соседа поджидает приятный сюрприз. Его любимая мамочка прихватила с собой свою шапку и решила сопровождать сыночка в путешествие. Она видела сериал и надеется оказать сынулечке моральную поддержку. Теперь будет предстоять серьезная борьба, но его не пугают трудности. 0 из 6. Поехали, друзья! Как достать соседа дурацкие каникулы в серии «Точно в яблочко»? Привет! Мамочка соседа уже на борту, так что придется глядеть в оба. Если она поймает Вуди, то не упустит случай, как следует его отлупить. Вид Вуди не нужно подстраивать пакости мамочки. Зато можно натравить ее на соседа. Например, сейчас, когда он бегает по ее поручению. Вы видели, как она его гоняет? Да, это как бы обучаемся новому движению. Сосед ненадолго приостановился, так что у нас достаточно времени, чтобы устроить ему пакость. Вот и славно, теперь Вуди должен спрятать подушечку среди кучи подушечек на верхней палубе. Ну, поехали, спрячем. Так, взяли подушечку и пошли. Так, подложили. Опа! В каждой серии Вуди может спрятаться, пока Вуди должен спрятаться. Отлично сопознано. Теперь смотрите, как ничего не подозревающий сосед вручит любимой мамочке подушку вертелку. Ха-ха-ха-ха! Классно! Ну, погнала она его! Давай, давай, беги, беги, беги! Ну, давай! На, мамочка, тебе подушечку! В этой серии. Желаю удачно достать соседа. Поехали! Сейчас мы будем искать, что же тут можно сделать. Так, что здесь у нас можно взять? Смотрим на спортивную сумку. Раз там что-то берется, значит можно взять. Что мы возьмем? Угу. Так. Какую-то веревку взяли. Так, сосед тут ходит. Так, пойдем наверх, посмотрим, что у нас тут. Так. Наша бабуля спит. Там что-то можно взять в этом ящике. Интересно, успеем и нет. Так, 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 держим, 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 держим. Ох, как храпит бабуля. Держим, держим, давай, держим, держим. Вот так, молодец. Так, что-то мы там взяли. Так, спрячемся в трубе пока. Там же можно прятаться. Так, что у нас? Мастика для зубных протезов. Ого! Так, коврик какой-то тоже с игрушкой можно взять, да? Ладно, подождите, сейчас сосед идет к собачке. Так, идем дальше. Ждем, пока сосед тут ходит с собачкой. Ага, так. Ай-яй-яй, ух ты, какая собачка, вы видели? Прячься, 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 скорей. Отлично. Так, что он там делает? Какую-то там карту надо поджигать, да, или что? Ну, точно.
Бу-бух! Вот это да! Вот это он шалит, однако! Ох, какая собачка! Видели, какая она? Ясно! Так... Так, взял он, пошел вниз! Пошел вниз стрелять! Ладно! А мы тут попытаемся... взять коврик и игрушку! Классно! Так, у нас теперь еще много чего всякого. Отлично. Так, вот он что делает, стреляет. И что-то там поймал, да? А, игрушки какие-то поймал, ну ладно. Допустим, так, поставил ружье, пошел. Пошел, он... к штангу пошел, ладно. Так, надо что-то делать, надо спрятаться пока. Надо подумать, что тут можно сделать еще. Так, что куда, что куда? Что куда? Мастика для протезов. Блошиный коврик. Игрушка зайчик. Так, и какая-то резинка. На какую не использовать резинку? Ну, может быть, так. Так, хорошо, зайчика куда? Сюда положим, да? Ладно, к игрушкам. Так. Так, ну, конечно же, коврик же, наверное, можно поменять. Так, да, конечно, давай, пока тут суть до дела. Так, пошел. Отлично. Классно, блошиный коврик. Ох, это собачка. Что, нету? Нету игрушки любимой. Вот это да. Так. Так, куда же что-то, 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 где-то как-то, что-то, где-то как-то. Так. Куда использовать нас для протезов? На сумке зеленый. Вот, давай туда приклеим. Точно. Вот это да! Даже большую качку эта мастика будет держать протезы. О-о-о-о! Вот так вот, вы поняли, собака! Как прыгнула так на прямого зайчика! Пиу! О-о-о! Вот это да! Классно! Ой, сейчас мамочка придет, ему наделает его любимую собачечку. На, получи, 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 да-да-да-да, ай, классно. Да, вот это да, вот это мы сделали классно. Вот мы молодцы. Ну, давай еще одна пакость. Или сколько там пакости? А, ну да, две пакости. Ну, давай, давай, давай. Хе-хе-хе, классно. Давай, что там у тебя? Так, так. Хе-х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 е
Ну, что там еще у нас? И осталось запустить нам... Ай, это же надо собачку положить, ну да. Да. Все, нету твоего коврика, собачка. Ну, что там? Что там с этим? С нашим любимыми петардами. Ну, давай, что ты оглядываешься, давай. Кидай. Классно. Вы видели? Вы видели? Классно. Вот мы молодцы. Все сделали, но почему-то у нас свистка-то нету. Ладно, переснем. Поехали. Ну все, теперь мы по новому, сейчас мы знаем все, что как делать. Классно. Ой, как он смеется с собачки. Класс. А мама-то неспроста такая. Давай, давай, быстро исполняй ее все желания. Так, поехали.
Так, принес он подушечку, на тебе подушку. Так, берем подушку на давную пердушку. Надо. Так, славно, отлично. Ставим так над вами ее. Надуваем. И положили. Молодцы. Так, отлично. Поехали дальше. Так, мамочка посылает сейчас его. Сейчас пошлет его. Ну что там, ну что ты, мама? А, мы ж подушку-то не положили, мы ее только надули. Вот так, вот теперь, да, вот теперь классно. Все, пошла, пошла, мамочка. Как-то мы так не положили подушку. Слишком быстро мы все сделали. Ай, собачка, смотрите, что делает. Ладно, с зайчиком играет. Вот какая у тебя маманя. Ну, иди подушку бери скорее. Так, принес подушку быстро. Давай. Ну-ка, давай, маманьке. Пукнула мама на самый день. Па-пак-па-пак-па-пак. Получи, дедушка. Не будешь ты нас доставать теперь, все. Эх, так, дальше пошли. Дальше нам нужно здесь, пока мама спит, быстренько взять мастику для зубных протезов. Для зубных протезов. Так, отлично. Держим, держим, держим. Да что же это такое? Что же это такое, что же выскакивает? Давай, держим, 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 держим. А то мама сейчас проснется, проснется. Ну, так, отлично. Мастика у нас в кармане. Погнали дальше. Пошли дальше. Коврик забрали. Так. Так, куда он идет? Штанги. Нет, 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 не надо. Пока еще не идем никуда. Здесь стоим, ждем пока. Спрячемся. Он же сейчас будет подниматься вверх. Так, отлично. Так. Собачка. Полотенце. Сейчас поменяем полотенце ему. Какой ты сильный. Да-да-да. А, Олечки-то наши. Все равно, что ты там делаешь, соседушка. Ну все, неси собачку на место, а мы пойдем сейчас мастику подложим. Отлично. Пошли коврика поменяем на полотенце. Вернее, полотенце на коврика поменяем. Возьмем резину и идем на место. Идем на место. А, да-да-да-да. Ну-ка, ну-ка. Бабу! Классно! Черный соседушка наш! Давай, 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 давай! Погнали скорее, меняем игрушечку, вложим туда. Так. Положили игрушку и меняем резину. Все отлично. И ждем. Теперь мы ждем. Только ждем. Так. Отлично. Ну, давай, соседушка, запускай свою любимую собачку. Ага. Вот так вот. Да-да-да. Так. Кружок. Класс, вы видели? Вот так вот собачка-то чуть шевелится. И сейчас мама его даст опять. Да-да-да, получи, 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 соседушка. Да, ты что думал? Не так-то все просто. Ложи, так, взял собаку. И давай скорее к штанге. К нашему любимому коврику блошиному. Сейчас тебя еще и блошки покусаю. Давай, давай. И раз, и раз, и три. Так, классно. Вы видели, как его кусают блоки? Штангу держать надо. Класс, Оля. А Оля-то плачет даже от смеха. И у нас свисток есть. Да-да-да, вот это мы свистнули. Что даже свисток у нас сорвало с крыши. Молодцы!
Вот это да! Ну, в следующей серии смотрите, друзья! Маменькин сынок! Минимум момент 5, максимум 7. Сосед и его лучший друг. Все благополучно прибыли в Индию и вновь собираются на пляж. Ольга все еще не обращает внимания на соседа, так что он всячески старается произвести впечатление на мамочку и отыгрывается на окружающих. Но благодаря Вуди это ему с рук не сойдет. Вы видели, как он упал прямо на покрывало, на это здоровое, которое закрывает от солнца. Так, соседушка, давай. Получи крабу на пятку и наезжай. Класс, вот это да. Мы детенка немножко настроили, но сейчас он получит у нас от Ольги. Ольга бежит и... Да, классно, аж детёнок закричал, засмеялся. Ну, мы молодцы, это был нервный срыв, друзья. Ну, до скорых встреч на следующих сериях. Будет еще интереснее, будет еще лучше. Друзья, мы с вами. Подписывайтесь, пишите комментарии. Мы с вами. До встречи, пока!